100%, да, это правда. Да, полезно. Особенно там йога есть, да, там тоже психология, очень много всех. На разные направления, потому что я очень много получаю директ вопросов, почему я не делаю свой инфопродукт и свой курс. Я честно скажу, я сначала вообще очень скептически к этому относилась, но Siri, камон, вообще, ну, учить кого-то, и зачем, главное, мне это надо. Еще какое-то время я задумалась, думаю, ну, если есть такой запрос, почему я ограничиваю себя и ставлю себе это ограничивающее убеждение? Почему бы Конечно. не поделиться своим опытом? А поскольку я все равно не являюсь экспертом во всех сферах, и моя экспертная оценка — это мой жизненный опыт, если кому-то интересно, я готова, уже, наверное, готова поделиться. Но все равно невозможно дать какие-то знания на все темы. И здорово сделать какую-то платформу, где просто люди с разными знаниями, которые там топ в йоге, там, не знаю, это все что угодно может быть, как кран починить. Ну, и как у тебя просто как ежемесячный журнал, в котором есть возможность получить максимальный набор информации. Мне показалась эта идея очень классной, перспективной. В принципе, в Америке, например, люди очень давно сидят на этих подписках, и я оттуда эту идею подсмотрела и поняла, что за этим будущее. Так что Ну да, такая. конечно, это интересно. Хотите развиваться? Вот опять же такие классные платформы, да, спикеры там разные, которые учат, научат, помогут Ну абсолютно да. каждому человеку. Это ж такое, знаешь, колхоз дело добровольное. Как Ну говорится, да. хочешь. Я, честно говоря, даже активно и не рекламирую, просто потому что всегда все по запросу. Человек, который нуждается в определенной информации, он ее найдет, так Это или иначе. точно. И А найдет нужного человека, и вообще все к нему само придет, пространство. свою ролевую модель, с которой будет все это снимать и моделировать себя и свою жизнь. А кого-то, ну, слушай, никого насильно никуда не затянешь. Так что приходите, будем тем, кому это необходимо. Да, это да. Очень приятно с тобой познакомиться. Я тебя Взаимно. поздравляю с наступающими праздниками. А мне правда очень приятно, что у меня такие подписчики. Желаю, чтобы в личной жизни все, как ты желаешь и как ты запланировала. Ну и, конечно, здоровье. Здоровье всей твоей семьи. Как мы уже успели понять, за здоровье это самое главное. По-моему. Спасибо большое, мне безумно приятно, и спасибо за этот эфир. Как бы, да, вы их уже не ведете, но вот мне повезло, я тут счастливчик, и не представляете, как меня переполняет по-настоящему вот эта радость, когда мечты сбываются, когда просто посылаешь в космос свое желание, и тебе вот эфир. Я сижу просто, ай, меня поздравили! Загадывать желание, тогда все сбудется. Да, загадывайте желания. Я вам тоже желаю от всей души просто развития во всех ваших сферах, чтобы вы были такой же красивой, притягательной девушкой. И да, как сказал Саба, вам нужно сниматься в кино. Это точно. Так, Да, можно. и благополучие вашей семье, чтобы все были здоровенькие, счастливенькие, и чтобы все было вот так. Вот, Спасибо рада большое. познакомиться. Да. Все. Пока-пока. Пока-пока, всем пока!